Пол-восьмого вечера у нас пошел дождик. Жарыща, духотища стоит. Невыносимо. Но дождик такой. Никакой. Так вот он. Трошки моросыть. Совсем. Совсем никакой. По прогнозу погоды в Киеве такой ливень. Я сейчас смотрела. А у нас так. Так себе. Я, кстати, собираюсь завтра на пляж. Не знаю. Но все равно пойдем. Все равно пойдем. Надо что-то приготовить, поесть. О, придем завтра с пляжа. А там как тучи собираются, да, Ларис, глянь? Вообще надо что-то приготовить, поесть, не знаю. Пошли посмотрим, что у нас в холодильнике. Так, Лариса что-то покупала такое масло. Нормально. Лариса, тебе понравилось это масло подсолнечное? Хорошее, говорит, это масло. Пахнет домашним маслом. Яблочки у нас есть. Тут клубника. Кефир. А я хочу с горошка сварить суп. Горошек туда, грибочки положить. Огурчики. Видите, все здоровое питание. Кабачков у нас нет. Кабачков нету. Тогда не буду сегодня наварить. Что там он есть? Ухи? Еще. Ничего такого и нет. Сырок плавленый есть, Лариса говорит. Ромашка, как всегда, в своем репертуаре. Манечка в горшке. А я вчера так плохо себя чувствовала. У меня так болела голова, я аж не могла разговаривать, меня аж тошнило. Наверное, на погоду. Буду вам снимать в мире животных. Видишь, это птичка. Чик-чик-чик-чик. Птичка вот так чирикала на дождь. Предупреждала. Боня, иди посмотри, кто там. Иди глянь. Боня, иди посмотри, кто там. Кто в окне там? Ничего не соображает. Так, новости сейчас у нас. Будем новости смотреть.